Меня зовут Тарас Владиславович Тростников. Я занимаюсь улучшением зрения уже 17 лет. Количество операций, которые я провел, порядка 10 тысяч. Что самое главное, я считаю, в нашем деле, в нашей профессии, у нас одна из немногих профессий, где слово «операция» означает не негатив, боль, а счастье человеческое. Поэтому мы, в частности, я свою профессию очень люблю. Стараюсь постоянно совершенствовать свои навыки. Мы постоянно развиваем в своей клинике новые технологии, обучаем новых хирургов. В частности, я за свою карьеру подготовил ряд хирургов, которые занимаются коррекцией зрения, которые на сегодняшний день уже сделали тоже не одну тысячу операций. В принципе, одним словом это можно сказать, что мы дарим людям хорошее зрение и дарим им счастье, новый взгляд на мир и порой новые возможности. Поэтому я считаю, что самое главное – это не стоять на месте, это постоянно совершенствоваться, постоянно делать что-то, что делает мир лучше. Ну, мы делаем это с помощью улучшения зрения.